А казахстанские бойцы ММА отправятся в Южную Корею для участия в третьем чемпионате Азии по этому виду спорта. Он пройдет 6 и 7 августа. Кроме того, там же состоится 9-й по счету международный профессиональный турнир «Битва намадов». Как сообщил на брифинге в Астане президент Федерации ММА Казахстана Анатолий Ким, на состязание поедут 7 наших файтеров, в том числе 2 топовых бойца – Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов. Оба атлета считаются одними из перспективных. Они первыми в Казахстане заключили контракт с мировым промоушеном M1 Global. По словам Анатолия Кима, за 3 года, как этот вид спорта был признан официальным, Казахстан существенно поднял планку. Сейчас наши спортсмены занимают 1-е место в Азии и 2-е в мире. Задача у нас, конечно же, сложная. Опять сохранить лидерство. Общекомандное, привести 1-е общекомандное место. Делать это с каждым годом, откровенно говоря, сложнее, потому что наши соперники тоже не стоят на месте, тоже развиваются. Очень сильные сборные едут из других стран, представителей Азии. И поэтому сейчас, наверное, мы отобрали сильнейших на сегодняшний день спортсменов для того, чтобы представить, сохранить лидерство именно на азиатском континенте.